Почти месяц меня не было на канале YouTube, меня почти не было в социальных сетях. Я практически прекратила свою работу на целый месяц. Это было связано с болезнью и уходом моего отца. Я не собираюсь рассказывать вам в этом видео об этой трагедии, потому что все прекрасно понимают, что это сугубо личное горе человека, и к моей работе это, пожалуй, имеет весьма отдаленное отношение. Но я сегодня вышла на связь спустя долгий перерыв не для того, чтобы говорить о своей трагедии, а для того, чтобы поделиться с вами, какие выводы я сделала из этих событий, печальных событий, которые произошли в моей жизни. Итак, название этого видео – «Что самое ценное в жизни?». Когда ты впервые соприкасаешься со смертью близкого родного человека, когда эта смерть происходит на твоих руках и на твоих глазах, происходит очень крутое переосмысление жизни вообще. Как ты живешь? Что ты ценишь в этой жизни? За что ты держишься? Что тебя двигает в этой жизни? Чем ты дорожишь? И я поняла, что самое ценное и самое главное в моей жизни, я сейчас говорю за свою жизнь, самое ценное – это отношения. Это отношения между людьми. Между людьми, которые тебя окружают. Твои близкие, твои родные, твоя семья, твои друзья, твои коллеги, твои партнеры, клиенты и так далее. Самое ценное – это отношения между людьми. Когда ты находишься в постоянном контакте с близкими людьми, с близким человеком, ты поддерживаешь с ним определенные отношения, и эти отношения могут быть всякие, разные. Они могут быть очень теплыми, очень близкими, дружескими, доверительными. Они могут быть напряженными, они могут быть основаны как на любви, так и на недопонимании друг друга. У этих отношений может быть очень много аспектов, самых различных и окрашенными самыми различными эмоциями. Но если этот человек твой партнер по жизни, ты все равно дорожишь этими отношениями, как бы они ни складывались, какими бы они ни были. А если эти отношения особенно близкие, теплые и основаны на глубокой любви и привязанности, ты дорожишь ими особенно. Но пока вы оба живы, ты и этот человек, чьими отношениями ты дорожишь, пока вы оба живы, ты не очень понимаешь, что на самом деле это и есть самое ценное. Это и есть то, ради чего ты живешь, ради выстраивания вот этих счастливых отношений. А вот когда человек уходит, и уходит безвозвратно, и эти отношения прекращаются, то есть их больше нет в твоей жизни, этих отношений больше нет, вот тогда ты начинаешь по-настоящему переосмысливать, а что же это все-таки было, вот эти отношения в твоей жизни. Вот так произошло и в моем случае. Когда мой отец ушел,
другой мир, и я понимаю, что вот здесь, рядом со мной, его больше не будет никогда. Никогда – самое страшное слово. Когда я осознала это, что вот в этой земной реальной жизни я больше не смогу наслаждаться этими отношениями, я больше не смогу сказать что-то человеку и услышать его ответную реакцию, я не смогу прикоснуться к нему, я не смогу взять его за руку, я не смогу почувствовать тепло его рукопожатия. Я лишена навсегда этих отношений. Вот тогда я поняла, что это и было, это и есть самое ценное в моей жизни, в нашей жизни. То, ради чего, собственно, и совершались все остальные действия. Ради чего мы хотели быть, я хотела быть здоровой, я хотела быть самодостаточной, я хотела добиваться определенных целей, я хотела что-то доказывать, расти, что-то объяснять. Все это было ради того, чтобы сохранять и поддерживать вот эти счастливые отношения в любви и дружбе. Очень часто мы не ценим по-настоящему отношения между нами, близкими людьми, между членами семьи, между друзьями, между людьми, которые действительно идут с нами рядом по жизни. Мы не ценим эти отношения, и мы не понимаем, насколько важно делать все по максимуму в этой жизни, в этом воплощении, делать все, чтобы эти отношения были безупречными. Если вы действительно дорожите отношениями с определенными людьми в вашей жизни, делайте все сейчас, по максимуму, прямо сейчас, чтобы эти отношения были безупречными. Потому что потом, когда кого-то из вашего окружения не станет, какого-то человека, отношениями с которым вы дорожили, вы уже ничего не сможете сделать для улучшения этих отношений. Ничего. В моем случае, по большому счету, мне, наверное, не в чем себя упрекнуть. Я всегда ценила эти отношения, я всегда делала все по максимуму для того, чтобы эти отношения были действительно на 100% человечными и основанными на любви и уважении. И тем не менее, сейчас, когда человека рядом нет, моя память все равно выискивает какие-то мелочи, какие-то моменты, которые, возможно, проскользнули незамеченными тогда, а сейчас они всплывают. Это те моменты, когда можно было сделать чуть лучше, можно было сделать не так, можно было сделать правильнее, можно было сделать это более мягко, более дружески. Может быть, ты сказала не те слова, может быть, ты как-то ранила человека, может быть, ты немного не поняла его или обидела и так далее. Вот это все начинает всплывать, и ты понимаешь, что вот сейчас нужно делать все с теми людьми, которые живы еще, все, чтобы отношения были по максимуму человечными, теплыми, светлыми, добрыми, на 100% человечными. И в завершение сегодняшнего видео я хочу выразить свою огромную благодарность всем людям, которые, узнав о моей трагедии, выразили мне свои искренние соболезнования и поддержали меня словами и своими отношениями. Вот еще раз я хочу сказать об отношениях, о человеческих отношениях. Люди, которых я лично знаю, которых я не знаю,
с которыми я не знакома, с которыми меня никак не пересекала жизнь. Либо мы пересекались единожды. Самые разные люди, которые знают меня, поддержали меня. Когда я читала ваши сообщения, что вы мне прислали, личные сообщения с соболезнованиями и словами поддержки, поверьте, я воспаряла над землей, потому что я чувствовала, что идет огромная мощная волна действительно искренней вашей поддержки, ваших искренних человечных и человеческих отношений ко мне, к человеку, который, ну, по сути, никто, я чужая, я не ваш родственник, не ваш близкий друг, я просто человек с экрана, человек, с которым вы немножко соприкоснулись в жизни на волне общих интересов, но вы поддержали меня и поддержали меня очень мощно. И вот тут я точно так же оценила всю мощь вот этих отношений между людьми, которые происходят в горе. Отношения, которые происходят в горе между людьми, они особенно ценные, они особенно нужные, они особенно дорогие в тот момент, когда ты действительно в них нуждаешься, но ты не ждешь их, ты не ожидаешь. Я не ждала никакой поддержки от людей, от вас, от моих зрителей, подписчиков, клиентов. Я не ждала нисколько. Но когда я увидела эту поддержку, я была чрезвычайно обрадована. Конечно, я была удивлена, но это удивление еще более подчеркнуло огромную ценность человеческих отношений. Дорогие мои, я бесконечно благодарна вам за эту поддержку. Думаю, что если бы не ваше участие в моей жизни, то выйти мне сегодня на большой экран было бы намного сложнее. Вы мне в этом очень помогли. Моя большая благодарность вам. И я продолжаю свою работу, я продолжаю свою деятельность, поэтому надолго с вами не прощаюсь, мои дорогие. Я снова с вами. Ваша Баячья.